Привет, друзья! Меня зовут Кирилл, и сегодня мы поговорим о том, как написать по-немецки адрес электронной почты. На самом деле это очень просто. Для того, чтобы написать на немецком языке адрес электронной почты, нужно знать всего несколько слов. Прежде всего, это глагол «buchstabieren», то есть произносить по буквам. Какой-нибудь немец вам скажет «Hallo, ich buchstabiere». «Привет, я произношу по буквам», и дальше вы пишете адрес электронной почты по буквам. Естественно, также нужно знать такие слова, как der Unterstrich. Der Unterstrich – это нижнее подчеркивание. Das et Zeichen – то есть значок собачка, который мы все знаем прекрасно. Der Punkt – то есть точка. И слово der Bindestrich – то есть черточка. Вот, в общем-то, и все. Ну и, конечно, дорогие друзья, нужно знать немецкий алфавит. Давайте вспомним вместе со мной немецкий алфавит. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, V, X, Y, Z. Ну вот, в общем-то, и все. Теперь вы умеете написать на немецком языке адрес электронной почты. Спасибо, друзья. До следующей встречи. До свидания.